Товарищ Белокун хорошо знаком был мне еще тогда, когда он был военнопленным в России и не раз приходил ко мне беседовать на темы о коммунизме и коммунистической революции. Поэтому, когда пришло сообщение о венгерской коммунистической революции, и при том сообщение, подписанное товарищем Белокун, нам захотелось поговорить с ним и выяснить точнее, как обстояло дело с этой революцией. Первые сообщения о ней заставляли несколько опасаться, не было ли обмана со стороны так называемых социалистов или социал-предателей. Не, обошли ли они коммунистов, тем более все сидели в тюрьме. И вот на другой день, после первого сообщения о венгерской революции, я послал радиотелеграмму в Будапешт, прося Белокун прийти к аппарату, задавая ему вопросы такого рода, чтобы проверить, он ли сам присутствует, спрашивая его, какие реальные гарантии имеются относительно характера правительства, его действительной политики. Ответ, который дал товарищ Белокун, был вполне удовлетворительным и рассеял все наши сомнения. Оказалось, что в тюрьму Белокун пришли совещаться в образовании правительства левые социалисты. И только эти левые социалисты, сочувствующие коммунистам, да еще люди центра, образовали новое правительство, а правые социалисты, социал-предатели, так сказать, непримиримые и неисправимые, совсем ушли из партии и ушли, не взяв с собой никого из рабочих. Дальнейшие сообщения показали, что политика венгерского правительства была самая твердая в коммунистическом направлении. Настолько, что если мы начали с рабочего контроля и лишь постепенно переходили к специализации промышленности, то Белокун своим авторитетом, своей уверенностью в том, что за него стоят громадные массы, мог сразу провести закон о переходе в общественную собственность тех промышленных предприятий Венгрии, которые вели капиталистические. Два дня прошло, и мы вполне убедились в том, что венгерская революция сразу необыкновенно быстро стала на коммунистические рельсы. Буржуазия сама отдала власть коммунистам Венгрии. Буржуазия показала всему миру, что когда наступает тяжелый кризис, когда нация в опасности, буржуазия управлять не может, и есть только одна действительно народная, действительно любимая народом власть, власть советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Да здравствует советская власть Венгрии!